Всем привет! Вы на канале Julie Jean, а меня зовут Юля. Шоколадный бисквит. Для этого нам понадобится мука 500 грамм, какао 100 грамм, сахар 600 грамм, соль 1 чайная ложка, сода 14 грамм, молоко 440 грамм, растительное масло 120 грамм, сливочное масло 120 грамм, яйца 4 штуки и уксус 6%, 2 столовые ложки. Для начала мы просеем муку и какао-порошок. Вообще нужно смешать все сухие ингредиенты сейчас вместе. Следом какао-порошок. Его тоже следует просеять, потому что вот такие вот комочки не должно быть. Следом высыпаем сахар. Две чайные ложки соли. Ну и 14 грамм соды. Все. Теперь эту сухую смесь, сухие ингредиенты нужно перемешать тщательно между собой. Сухую смесь перемешали до однородности, и теперь вставляем ее в наш чудо-миксер. Так. Сейчас будем добавлять все остальные так называемые жидкие ингредиенты комнатной температуры. Яички. В чашу отправляется сливочное масло, подсолнечное масло, молочко и уксус 6%. Страшновато перемешивать. Ой, как страшно. Бисквит у меня будет квадратной формы, логично, 31 на 31 сантиметр, поэтому вот у меня была такая порция. Так, теперь мы выльем это все. Постараемся равномерным слоем распределить. Убираем в разогретую до 160 градусов духовку на 30-40 минут. Готовность, как всегда, проверяем шпажкой деревянной. Вы только посмотрите на эту красоту. Вообще никакой шапочки нет. Все идеально, все поднялось. А какой он мягкий. Это просто что-то невероятное. Достаем. И так. Пусть чуть-чуть подостынет. По краю аккуратненько. Ого! Ну, красота! Так, вуаля! Вот это да! Я уже вижу, какой он влажный! Какой он пористый и пушистый! После того, как бисквит остыл, мы его завернем в пленку и оставим еще примерно на ночь, чтобы он полежал в холодильнике.